Всем привет! Я Полина. Сегодня хочу показать вам уборку листьев на заднем дворе комплекса, где я живу. Мне так понравилось смотреть за ними, что я стала снимать. Всегда приятно смотреть на хорошую работу. 6 человек занимались этим делом сегодня, и было видно, что у них разработан план, стратегия. То есть они все делали не просто так, а они опытные. И так это все у них красиво получалось и слажено. То есть я получила просто от этого удовольствие. Я наблюдала за этим, это было почти 45 минут. Но у меня все равно получилось длинное видео. Вы уж меня простите. Ну, кто захочет, будет смотреть. Я же никого не заставляю. Я, конечно, уменьшила звук, потому что это было очень-очень громко, так, чтобы вас не раздражать этим звуком. Но я никакой музыки специально не добавила. Пусть они работают так, как они работали, потому что они работали без всякой музыки, в масках, очень сосредоточенные все. Ну, короче, смотрите. Вы только посмотрите, как тщательно они все убирают. Каждый кустик продувают
даже внутри они туда просовывают эти шланги воздушные, и изнутри все это продувает. Просто потрясающе.
Ну вот и все. Работа подходит к концу, и наш задний двор превращается в красивое, чистое, зеленое поле. Спасибо вам, тем, кто досмотрел до конца. Видео, конечно, получилось длинное, но я решила, что кому будет интересно, посмотрит. Я-то смотрела гораздо дольше. Вот меня как-то вот этот вот вид летящих листьев, все, я не знаю, заворожило просто. Погода красивая, солнечная, тихое утро осеннее. И был, конечно, жуткий шум, но все равно мне было приятно слышать, видеть это. И я сделала звук потише, чтобы вам не мешало. Спасибо вам большое всем, кто досмотрел до конца. И заходите ко мне в гости. Всего-всего-всего самого-самого доброго вам. Пока-пока.